Российский дизайнер Айза Анохина поделилась с поклонниками списком из 100 вещей, которые собирается выполнить за жизнь. Например, она мечтает уснуть под звездами, пробежать марафон, посадить дерево, и это только малая часть ее желаний. Впереди столько всего интересного. Нужно жить ярко и с эмоциями, комментирует Айза в микроблоге. Она также отметила, что средняя продолжительность жизни увеличилась до 72 лет, поэтому девушка планирует жить минимум до 90 лет. Однако многие подписчики Айзы увидели в посте социальную рекламу, которая им не понравилась. Читатели с яростью доказывали, что средняя продолжительность жизни не увеличивается, а наоборот уменьшается, и это лишь отписки со стороны правительства. Поклонники также отметили, что после такой публикации разочаровались в Айзе.